Всем привет! Шутки в сторону. Оззи Осборн. Вот такой чувак. Хорошее прошлое, веселое и темное. 24 февраля у Оззи Осборна должен был состояться концерт в городе Хельсинки. На разогреве у них должен был выступать Джудас Прист. Обе старые заслуженные группы и заслуживают определенного внимания. Но Оззи Осборн заболел, говорят, каким-то гриппом. В результате билеты, которые я имел, как бы прогорели, но они действительно будут на повторные выступления. Оззик обещал, что где-то там осенью они все-таки сделают этот тур, весь тур был отменен, и они приедут в Хельсинки. Возможно, может быть, и даже Россию зацепят. Ну, посмотрим, как время покажет. В результате желаем здоровья Оззи Осборну и встретимся на его концертах.